Всем здравствуйте, с вами Димас Гейм, и это туториал, как же устанавливать моды для наших GTA San Andreas. Вот, просто набился на мысль, вдруг кто-то скачать хочет, ну и решила, ну, есть два сайта, я скачу из GTA Vice City, из GTA Modding. Ну, давайте попробуем с GTA Vice City. Ну, мой мод это вот этот. Я хочу опробовать его уже давно. Ну, вот. Нажимаем скачать. Да, нажимаем скачать. Чтобы работала вся скачка, нужно как бы зарегаться на этом сайте. Но ссылки вы найдете в моих модах. Там как раз на этот есть сайт. Ссылка. Вот он. Скачивается. Можем уже начать жать на эту стрелку. Как видим, он скачался, вот. Нажимаем на этот файл. Он открывается. Вот. Ну, вот так вот нажимаем. И ждем, пока высветится одна фигнюшка. Вот, высветилось, нажимаем запустить. Ну и ждем некоторое время. На этом сайте автоматическая установка. Вот, он заменяет детонатор. Ну как бы это? Ну нажимаем установить. Ждем. Вот, мы загрузили. Ну что ж, все ставьте лайки. Мы попробуем его в следующем моем обзоре. Всем удачи и всем пока.